11-й день голодания. Чувствую себя нормально, немножко слабость. Еще не решил, буду ли я голодать 21 день, как собирался. Результатами я доволен. Всем привет, с вами Дэн. Это просто короткая мотивация для тех, кто боится голодать. Ничего страшного в этом нет. Иногда трудно начать. Мне трудно начать зачастую. Поэтому я начинаю без подготовки, когда я готов. Но я не делаю подготовок в виде там сыроедения или что-нибудь в этом роде. Я просто начинаю и все. Но это мой подход. Вообще легче голодать, когда провести небольшой курс сыроедения перед этим. Это намного легче. У меня сегодня 11-й день. Это далеко не первое голодание. Это может быть 101-й или 201-й. Я уже сбился со счету. Что хочу сказать. Я сбросил за последние 4 месяца 25 килограмм. Хочу сказать, что это все-таки побочный эффект. Он приятный, но он побочный. Я за время своих голоданий я избавился практически от половины своих заболеваний, которых у меня было довольно много. И, наверное, наполовину моя мотивация составляет выход из голодания. Потому что при выходе происходят такие чудеса, которые надо испытать. Это круче, чем наркотический кайф. Я, правда, его не испытывал никогда, наркотиками не балуюсь. Вот. Но ты просто летаешь и чувствуешь себя хорошо. И организм не хочет есть всякую дрянь. Ты сам бессознательно выбираешь ту еду, которая полезна. И она вкусна. Это состояние длится довольно долго, особенно если выход не запороть каким-нибудь жирным стейком или какой-нибудь еще дрянью, там, картошкой фри. Картошку фри и чипсы никогда не ешьте. Это такая гадость. Вреднее, наверное, ничего нет. То состояние, которое я испытываю после голодания, это то состояние высшей эйфории. Мысли чистые, на душе спокойно, энергии полно. Ну и, конечно, я не мог пошевелиться, я был такой тяжелый, я столько весил, мне так это было тяжело. Я даже плакал, потому что мне было больно от того, что я ничего не могу делать. Голодайте, ничего не бойтесь. Читайте литературу, как это делать правильно. А я вам даю вот такую мотивацию, чтобы вы ничего не боялись. Пишите, спрашивайте. У меня опыт уже порядка почти 30 лет. Так что могу что-то подсказать.